28 марта 2018 года, 0 часов 10 минут, бокс, ММА, профессионалы, чемпион мира по версиям WBA и Super WBC в полусреднем весе до 66,7 кг, Кит Турман восстановился от травмы и вскоре намерен вернуться в ринг. Американец не раз заявлял, что он не намерен проводить первый бой после годичного простоя с топовым соперником. Как сообщает Boxing.talk, первый после травмы бой Турман может провести 19 мая на арене Barclays Center в Бруклине. Его соперником, вероятнее всего, станет экс-претендент на титул чемпиона мира Хосесито Лопес от 35 до 7, 19 к. Широкой общественности Лопес известен благодаря боям с Саулем Альваресом, Маркосом Майданой, Андре Берто и Джесси Варгасом. Впрочем, во всех этих поединках он уступил. Самого громкого успеха в карьере Лопес достиг в 2012 году, когда нокаутировал экс-чемпиона мира Виктора Ортиса и завоевал титул WBC Silver. Источник Boxing.talk сообщить об ошибке комментарий.